Мы поднялись в бар, бар толком не работал. У меня девчонкам очень нравилось, ну, у меня дочка и подруга дочери. И вот, им очень нравились местные лавандовые лимонады. Вот. Бар уже не работал, бармены были на месте. Но я ребят попросила, говорю, можете сделать? Они говорят, а вам что? Я говорю, ну, если можете, говорю, лонг, сделайте лонг-айленд. У нас так расположены были кровати, что я взяла дочь за руку. Я точно помню, что, ну, как бы и дочь помнит это. Мы спали за руку с ней. А дальше я проснулась, уже светало где-то, это было там чуть полчетвертого, наверное, потому что светало обычно в это время, уже светлее было. Я проснулась вся в крови на асфальте на территории отеля. Мне вызвали скорую, скорая меня зашила, наложила гипс на левую руку, было подозрение на перелом какой-то там плюснутой кости. Вот, все, и мне, по-моему, на такси я уехала обратно. Скорая меня перед тем, как забрать, отмывала в ванной в номере. Потому что, ну, там крови было реально настолько много. Я никогда, наверное, столько не теряла. Наркотики я не употребляла. И, как говорю, там, ну, видеозапись в отеле, есть видеозапись, на которой я реально выпиваю один лонг-айленд. А, наркотиков в крови не обнаружено, но при этом сильнейшая алкогольная интоксикация. С одного лонга такого быть не может. Это, если бы сама видела, я бы не, ну, не видела, я бы не поверила. Я это видела. А дальше, как я уже вся вот такая залитая, подхожу к третьей вилле, возвращаюсь. Час от бассейна, до этого час. Что я делала этот час, я не знаю. Да, я ходила в правоохранительные органы, меня заставили порвать заявление, сказали, мы ничем помочь не можем. Я говорю, как так, вы хотя бы запросите видео. Мне было сказано, а вы думаете, нам дадут? Я говорю, ну в смысле, здесь полиция, вы, говорю, а не я. Вот, я обращаюсь за помощью, у меня ситуация. Говорит, ну вы знаете, вы тут все приезжаете, отдыхаете, употребляете. Вот. И заявление я порвала, но оно у меня осталось. То есть со штампиками, что вот это ауш-то. То, что мне что-то подмешали, это однозначно, потому что, ну, во-первых, я себя хорошо знаю, всю жизнь занимаюсь спортом. Я сегодня узнала вот, буквально час назад о том, что отель подает на меня в суд за клевету.